Привет! Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, для вас сейчас важно изменить что-то в своей жизни. Например, больше зарабатывать и не думать постоянно о том, где взять денег. Быть финансово свободным человеком. Возможно, вам надоело работать на других, и вы уже поняли, что это тупиковый путь, который точно не даст вам достаточно денег и времени. Может, вы хотите иметь больше свободного времени, которое можно уделять тому, что вам действительно важно. Семье, друзьям, хобби, путешествиям, саморазвитию. Возможно, вы уже понимаете, что то окружение, которое у вас сейчас есть, вовсе не развивает вас, а тянет вниз. И вы хотите иметь более успешное окружение тех людей, которые уже достигли того, что вам важно, или находятся на пути к этому. Или, возможно, у вас просто есть свободное время, и вы готовы его посвятить тому, чтобы изучить что-то новое. То, о чем мы будем говорить, однозначно поможет вам в этом. Вопрос только в том, насколько серьезно вы отнесетесь к информации и сколько времени уделите, чтобы разобраться. И может так получиться, что после просмотра этого видео ваша жизнь разделится на до и после, как у многих из нашей команды. Так что отнеситесь к этому внимательно. Речь пойдет о сетевом бизнесе. В бизнесе, который предоставляет огромные возможности и вместе с тем вызывает у многих самые противоречивые чувства. И, скорее всего, вы в этом не уникальны. Дело в том, что все, кто сейчас зарабатывает в сетевом большие деньги, все те, кто много путешествует, имеют свободное время, они все когда-то были на вашем месте, имея стереотипы и искаженное представление о бизнесе. И это вполне естественно, мы вас прекрасно понимаем. Необходимо просто знать, что такое отношение вызвано отсутствием достоверной информации и действиями неграмотных сетевиков, не более. Постарайтесь вспомнить, откуда вы впервые узнали про этот бизнес, с какого источника. И вы обнаружите, что это не из книг от эксперта финансового мира и не от человека, который преуспевает МЛМ. Поэтому рекомендуем вам на время забыть, что вы знали про сетевой маркетинг, и дать себе возможность разобраться в сути этого бизнеса и возможности, которые он предоставляет. Сейчас для этого есть достаточно книг и тренингов, и любой из нашей команды поможет вам в этом. Дайте себе возможность. В нашей команде уже достаточно примеров тех, кто получил достойные результаты, занимаясь этим бизнесом профессионально, без необходимости работать где-то еще или искать другие способы заработка. А какая возможность у тебя есть в нашей команде? В чем суть нашего бизнеса? Мы работаем с крупным немецким производителем компании LR. Компания уже 30 лет на рынке. Компания уже 30 лет производит в Германии качественные продукты и продает их в Европе через интернет-магазины. Компания с хорошей репутацией и историей не так давно пришла и на российский рынок. Это одна из лидирующих компаний на рынке Европы и СНГ. Вот уже более 30 лет оборот компании растет каждый год. А это очень крутой показатель для бизнеса. Это говорит о востребованности продукции. Продукция повседневного использования на каждый день. Очень широкая линейка, сотни наименований. На самом деле вы тоже пользуетесь такой продукцией, только покупаете ее в розницу, платя при этом большому количеству людей. Нужно платить за аренду, за рекламу, а это может составлять до 80% от стоимости продукции. В LR вы можете покупать их в немецком интернет-магазине с доставкой на дом. Достаточно просто зарегистрироваться, получить постоянную скидку 28%. В будущем, кстати, она может вырасти даже до 49%. То есть люди начинают покупать в интернете то, что раньше покупали в разных магазинах. Повторюсь, это простые продукты, которые все без исключения покупают и пользуются каждый день. Мы же говорим про создание дохода с компанией. Как это возможно? После регистрации у каждого появляется свой номер. Это номер доступа в личный кабинет и магазин на сайте. И такие номера вы можете открывать другим людям, знакомым или незнакомым, тем самым давая другим возможность совершать здесь покупки без торговой наценки. Но что самое главное, возможность создавать собственную сеть реализации и получать доход. Такой номер можно получить только от партнера компании, и в этом случае у вас нет ограничений, какому количеству лично вы откроете такие номера и какому количеству людей откроют номера ваши партнеры. Кто-то из этих людей будет просто делать покупки, причем, как правило, регулярно. Возможно, им не интересен доход. Из каждой покупки компания будет возвращать вам процент. А кто-то тоже захочет на этом зарабатывать и будет участвовать в построении своей сети, открывая номера другим. В этом случае возможен очень большой товарооборот вашей сети, процент с которого компания будет выплачивать вам снова и снова со всех новых и повторных заказов всех партнеров. Эта сеть будет принадлежать вам всегда, ее можно передать по наследству. Обратите внимание, люди делают заказы напрямую у компании, а уже компания осуществляет доставку, то есть этим занимаетесь не вы. То есть сам продукт вы не передаете, а соответственно нет беготни с продукцией, как это обычно представляет о нашем бизнесе. Условно говоря, если человек делает заказ по вашей рекомендации, ну, к примеру, зубную пасту, шампунь или витамины, то вы получаете процент с каждой его покупки. И такие заказы будут регулярными, так как этот продукт имеет свойство заканчиваться. Важный момент.
У нас есть пошаговая система обучения и поддержки, как эффективно открывать номера в большом количестве и создавать собственные сетки. Мы знаем, как развивать бизнес дистанционно в разных городах, без складов, без аренд и прочих затрат. Фактически этому можно учиться каждый. Весь бизнес помещается в мобильном телефоне и дает свободу. Так и заказ, регистрация партнера и обучение возможно прямо с телефона. Если подытожить, то компания LR берет на себя все расходы, связанные с разработкой и производством продукции на каждый день, сертификацией и логистикой. А нам отдала возможность построения собственной сети, реализации и постоянного получения процента с товарооборота этой сети. При этом доставкой заниматься нам не приходится. Это делает компания. И такая возможность доступна каждому, без вложений и рисков. Используя то свободное время, которое есть на данный момент, каждый может научиться строить свою собственную сеть с нашей командой. Мы покажем, как это делать не только в своем собственном городе, мы покажем, как использовать профессиональный интернет и социальные сети для построения бизнеса. Что вы можете сделать прямо сейчас? Первое – регистрация. Это бесплатно, ни к чему не обязывает. Вы просто получаете набор материалов, чтобы лучше разобраться в сути, а также доступ в закрытый чат, чтобы познакомиться с теми, кто будет вас обучать, помогать. Второе – активация. Выбрать продукт для себя, не для продаж, а получить конкретные инструкции с пошаговым планом действий и более тесное общение с людьми, которые будут вести вас до результата. Подумайте, какие возможности для вас доступны сейчас? Найти высокооплачиваемую работу или устроиться еще на одну? Начать свое дело? Думали уже об открытии своего бизнеса? Что для этого нужно? Какие ресурсы? Сколько денег? Времени? Готовы рисковать? По статистике, 9 из 10 предприятий заканчиваются уже в первые 3 года. И свой бизнес нельзя просто попробовать. Вы при неудачном раскладе в любом случае теряете свои реальные деньги. К тому же вам нужно будет выживать в жестких конкурентных условиях, где вам никто не будет передавать опыт и помогать вам. Или просто можно воспользоваться предложением крупного немецкого партнера с огромным опытом, с ресурсами, с работающим планом, с планом, который за несколько десятков лет показал свою эффективность во многих странах. И создать для себя актив, который будет приносить деньги не только вам, но и всей вашей семье долгое время. При этом иметь свободу выбирать, с кем и когда строить этот бизнес и как долго это делать. Каждый, кто достаточно уделил времени для обучения действий, преуспевает в ЛР. Фактов уже предостаточно, нужно просто обратить на это внимание. Каждый, кто достаточно обучался и действовал, пришел к успеху в ЛР. Любой может заниматься этим делом, так как набор действий крайне прост. Никаких неожиданных историй нет. Все, кто преуспевают, обычные люди, которые ходили на работу или занимались своим делом, которое отнимало все их время. Сейчас в истории успеха огромное количество, и это факты. Посмотрите на факты и решите для себя научиться этому делу. Даже если не получится, вы ничего не теряете, останетесь там, где находитесь сейчас. А если получится, задумайтесь, что тогда? Разобравшись в сути и зная, что делать, вы можете в разы увеличить свои доходы и быть более свободны, чем многие владельцы бизнесов и предприниматели. Регистрируйтесь, начинайте обучение и зарабатывайте вместе с нами. Увидимся на командных встречах и мероприятиях компании. Добро пожаловать в нашу команду!